Пока студенты Мордовского университета отдыхают после сессии, преподаватели дают пример, как это сделать весело и полезно для здоровья. Сегодня мы с вами проводим общеуниверситетский день здоровья. День здоровья и те состязания, которые будут сегодня проходить в рамках его, это составная часть той спартакиады среди преподавателей и сотрудников университета, которые традиционно ежегодно проводятся в нашем вузе. В программу Дня здоровья включили соревнования по футболу, лыжным гонкам, стрельбе. Кроме того, любой желающий мог покататься на коньках. Команды на протяжении всего субботнего дня сражались за звание не только самой спортивной, но и самой сплоченной. Пришла с родным и любимым факультетом в этот замечательный день. Вопреки всем гриппам и всем карантинам, мы сегодня нацелены на победу. Мы готовимся весь год для того, чтобы победить в соревнованиях среди преподавателей университета. Многие из сотрудников приехали вместе с детьми. Самые маленькие участники наравне со взрослыми катались на лыжах, перетягивали канаты, бегали во время спортивных эстафет. Преподаватели Мордовского университета получили заряд положительных эмоций и готовы к новому учебному семестру.